погодка, конечно, пасмурная, очень сыро и холодно. И в данный момент могут развиваться болезни. Болезни в теплице, потому что здесь очень высокая влажность. А когда высокая влажность, начинаются грибки, плесень и многое другое. Чтобы этого не произошло с нашей рассадой, мы будем делать профилактику. Профилактику мы делаем Previcure Energy от компании Bayer. Разводим по инструкции и работаем. Многие сейчас начали закаливать рассаду. В холодную погоду закаливать рассаду не рекомендуется, потому что начинаются болезни. Закаливать рассаду нужно в сухую ветреную погоду, чтобы ее ветер обдувал, ну и чтобы она становилась не такая вот молочная, а как щетина, остренькая, колючая, ну и чтобы она была такая плотная. Все это достигается Терафлексом, ну и Previcure. Previcure Energy мы работаем уже 2 года и результатом довольны. Если у кого сейчас началась черная ножка и рассада падает, то я рекомендую работать именно этим препаратом, потому что он реально помогает, действительно это работает. Сами покупаем по цене 3600 за литр. Бутылки, в принципе, хватит на всю теплицу для профилактики. Если этого не делать, то болезни, они обязательно будут. Тем более, погода сейчас сама шепчет на болезни. Итак, сейчас будем работать с Previcure. Нужно разводить его 1.5 миллилитра на 1 литр воды. Одной заправки хватает дважды пройти всю теплицу. Вот 10 литров уже второй раз прохожу. Разводится 1.5 миллилитра на 1 литр воды. Впрыскиватель мы используем Jatco от бразильской компании. Стоит он $100.